начинать? Да, сегодня началось оглашение приговора в отношении нашего подзащитного Дмитрия Юрьевича Лобанова. Началось, но не закончилось. Суд посчитал возможным огласить часть приговора. И, видимо, ввиду форс-мажорных обстоятельств, которые у нас в стране и в городе происходят, оглашение приговора было отложено на завтра. Из того, что мы уже успели услышать, был анализ доказательств по второму эпизоду. Это эпизод, который связан с получением взятки от Ланина при посредничестве некого небезызвестного товарища Джуликяна. И суд посчитал, что события преступления в данном случае не имеется, то есть позиция стороны защиты полностью была разделена судом. И, соответственно, суд уже пришел к выводам о том, что по этому эпизоду необходимо вынести оправдательный приговор за отсутствием событий преступления с правом Лобанову на реабилитацию. Я полагаю, что это большая победа защиты, и суд грамотно разобрался в доказательствах именно по этому эпизоду и мотивировал это в своем приговоре. Что касается первого эпизода, это взятка от предпринимателя Девяткина и Арковенко. Судя по смыслу того, что уже было судом засчитано, мы предполагаем, что приговор будет обвинительный. Приговор по статье 290 части 6. Как суд будет мотивировать и объяснять необходимость и обоснование обвинительного приговора, сегодня мы пока этого услышать не успели, но предположительно это должно будет прозвучать завтра, и тогда уже можно будет, соответственно, комментировать как эпизод в этой части, так и приговор в целом, поскольку в случае вынесения обвинительного суд будет назначать какую-то соразмерную и адекватную меру наказания. Именно по статье 290, части 6, по тому эпизоду, где действия Лобанова будут признаны противоправными. С чем сторона защиты, естественно, не согласна, поскольку мы просили полностью его оправдать по обоим эпизодам предъявленного обвинения.